Была ты девица бедная, была ты девица замерзшая. Будь красавица здоровехонька, веселехонька, будь невестой с богатым приданым. На первый взгляд может показаться, что мы в театре или во Дворце культуры. На самом деле мы находимся в Институте дружбы народов Кавказа, где состоялась премьера спектакля «Морозко», а также «Рождественская елка». Отличительной чертой мероприятия стало то, что оно несло не столько развлекательный характер, сколько воспитательный, потому что прививало народные традиции празднования православного Рождества, торжество библейских заповедей и раскрывало российскую ментальность. Начинаются рождественские праздники, начинается... праздники по поводу Нового года, и я, пользуясь случаем, хочу всех поздравить с этими торжествами. Ну и по этому случаю наш коллектив студенческий приготовил для всех ребят города сказку новогоднюю. Это «Морозко», и, конечно, рождественскую сказку, которая будет проходить в другом зале. Жизнь начинается с рождения, а новогодний праздник – с Рождества, появления Иисуса. Уже после состоялась новогодняя елка с Дедом Морозом, где каждый ребенок мог кружить вокруг нарядной красавицы, петь задорные новогодние песни и колядки, также участвовать в конкурсах. А подготовил это веселье студенческий коллектив «Театралка». Ну, я здесь давно уже довольно этим всем занимаюсь, театральным, около 2 лет. Получается, уступал уже на этой сцене около 2 раз, где-то 3, примерно где-то так. Ну, а так выступаю в других местах, я занимаюсь актерским мастерством профессионально. То есть, вот собираюсь сейчас здесь закончить и учиться дальше на актерское. Ну, здесь мое первое выступление. Далее гостей пригласили посмотреть всеми любимую добрую сказку «Морозко». Студенты представили новый переосмысленный вариант истории, православной, где все отрицательные герои осознают свои ошибки и меняются в лучшую сторону. Сказку подготовили студенты Института дружбы народов Кавказа и колледжа «Современная школа бизнеса». Как отметили сами театралы, во время репетиции и подготовки к выступлению ребята подружились и стали большой семьей, где каждый поддерживал друг друга и помогал справляться с волнением. Эмоции, ну, вообще зашкаливают. Это, ну, самое лучшее, что с нами произошло. Честно говоря, когда вот только выходили, все тряслось. Потом все как-то прошло гладко у меня внутри, а вот когда уже финальная сцена, когда пошли аплодисменты, у меня просто все вообще сердце упало. Я услышал аплодисменты, все, значит, все удалось, значит, было все не зря. Это просто непередаваемые эмоции. Для многих ребят это был первый опыт работы на сцене с профессиональным режиссером. Но, несмотря на это, ребята выступили и показали отличный результат. Спектакль мы создали за где-то 1,5 месяца. Это такой очень короткий срок, и несмотря на то, что у нас все-таки не профессиональные артисты, но я думаю, что мы справились, и зрители были очень довольны, зрителям очень понравилась игра актеров, и многие даже сомневались в том, что это именно студенты, не профессиональные артисты. Вот, к нам подходили после спектакля, это очень волнительно, очень приятно, так что работаем дальше, трудимся и радуем дальше нашего зрителя. Подобные мероприятия в Институте дружбы народов Кавказа проходят не первый год, но этот раз отличился масштабом и уровнем подготовки, а как отметили сами организаторы, так широко институт открыл двери впервые. В списке гостей были школьники, студенты, родители и даже работодатели. Всем им ребята показали и доказали, что они не только будущие специалисты, но и люди, включенные в общественную и культурную жизнь. И прямо сейчас они распускают свои крылья. Старая добрая русская сказка имеет всегда глубокий смысл. И то, что студенты Института дружбы народов в канун Рождества, в канун Нового года решились интерпретировать на сцене русскую сказку, да еще такую глубокую, символичную, как «Морозко», вы знаете, это стоит, наверное, дорогого. И это особые смыслы и особые, наверное, пожелания несет эта сказка. Эмоции самые замечательные, потому что ребята играли классно. Ребята перевоплотились, ребята пережили вот то, что написано, наверное, народом в этой сказке. И мы надеемся на чудо, мы ждем чуда в Рождество и в Новый год. И мы знаем всегда, что добро победит зло. И это главное. И это мы прочувствовали, сидя в зрительном зале
и мастерство, с которым ребята это преподнесли и нам рассказали и донесли, вот это, наверное, суть и главное. Представление отлично. Я даже не ожидала, что это играют студенты. Очень интересно, очень профессионально. Молодцы, очень понравилось. Ребенку тоже очень понравилось. Премьера состоялась 22 декабря и продолжила радовать до 27 числа. Попасть на представление можно было абсолютно бесплатно, на благотворительной основе. Поэтому каждый желающий мог посетить Институт дружбы народов Кавказа и своими глазами увидеть представление. А мы надеемся, что подобная акция приживется и будет новой традицией колледжа и института. Динара Эфендиева, Игорь Маслеев, АТВ «Ставрополь».